Так, что будем делать? Лизуна? Вот такого, ребят, лизуна мы купили. Смотрите. Очень классного. Но этого лизуна нужно самостоятельно изготовить. Кто такое? Кто случилось? Лев. Лев? Это мы кому подарим? Леончику. Леончику. Сейчас в гости к Леончику поедем. Мы добавим мерный стаканчик с активатором лизуна теплой воды до отметки 30 мм. Хорошо, отлично. А где у нас... Отметка 30 мм. Вот здесь у нас есть отметки. Смотри. Так, где у нас 30 мм? Ты все достал? Одевай, тут перчатки сначала надо одеть. Подожди, перчатки одевай, это же химия. Так, Давидик, ты аккуратно, ладно? Сейчас мы будем делать вот такого лизуна крутого. Какой он крутой. Смотри, он на солнце просвечивается, иди покажу. Смотри, с этой стороны, вот с этой стороны смотри на него. Вон он просвечивается. Видишь, шарики какие? Тяжелые, им качаться можно, кстати, этим. Так. И этим можно качаться. Ты точно понял, что делать? Вот, смотри, отметки. Вот, видишь? Вот, смотри. Вот здесь есть отметки. 20, 40, 60, 30. Это значит, вот здесь половина. Понял? Вот здесь 30. Сейчас мы будем, ребятки, с ним химичить. С Тёмой. Но пока мы, пока Артём одевает перчатки и будет химичить, я быстренько тут яйца варю. И тут у нас разогревается рис. И тут у нас закипает чай. Все и сразу. О, чуть-чуть прилипло. Кстати, плов на курице. Очень вкусный. Рецепт тоже могу показать. Как, чего, куда. Убираем. Я уже отвык, конечно, от газовой плиты. Так. Чайник закипел. Ну, что ты там? Нужно вот эту штуку, это активатор лизуна, нужно его сюда добавить. Дай. Туда теплой воды до 30, короче, метров. Давай, давай. Вот, бери, иди наливай 30, не миллиметров, а миллиграмм. А потом зальем активатор. Это миллиграмм у тебя написано. А полимер, раствор, когда заливать надо, ты посмотрел? Какой еще полимер? Вот. Вот это. Первое, что делаем. Короче, так. Так, можно... Теплая вода до отметки 30 миллиметров. Наливай. Кто ты там ходишь? Кто ты там? Так, налил 30. Ставь. А там вроде бы как бы чуть-чуть. Так, не знаешь, как это открывать? Открывай. Как тебе это? Нет, тут раскрывать, Тём, вот так, вот так, вот так сверху. Я просто, видишь, одной рукой. Подержи. А я тебе покажу, вот так, смотри, открывается. Раз. И все, открыл. И вот так будешь высыпать. На. Главное, чтобы мы не переборщили. Нет, это все надо высыпать. Давай. Высыпай. Давидик, сейчас, наверное, получится лизун. А может и не получится. Сейчас посмотрим. Может быть и не получится. Все, высыпал? Ну, типа того. Типа того, но не типа. Вот же еще, Тём. Ты что? Давай я сейчас высыплю. Сам. Так. Ой. Мама, смотри. Что, Давидик? Она хочет кушать. Вот. Кто хочет кушать? Вот. Как хочет кушать? Вот. А, только лизунчик. Чуть-чуть лизунчик не хочет. 30, папа. Ну, подожди, подожди, там все правильно налито. Баба, вот так. Баба, вот. Баба. Теперь мешай ложкой. Вот ложечка у тебя есть. Баба, вот он красный. Да. Красный. Зеленый. А, он не страшный. Вот этот лизун? Да. Нет, это привидение не страшно. Это доброе привидение. Доброе привидение. Да. А он кого ест? Он никого не ест. Это ложечка. Сейчас ложечка. Мы разбавляем. Подожди. Все, помешал. Читай дальше, что нужно делать. Вот это. Да. Этот стаканчик там тоже был пластиковый? Бия. Отлично. Читай, что там дальше надо делать. Огонь. Тщательно размешайте под... Нет, второе читай. Второе. Первое ты уже прочитал. Вот. Во второй страничке.
во второй стаканчик налейте весь полимерный раствор, добавьте 20 капель глицерина и 2-3 капли красителя. 2-3 капли красителя. Тщательно перемешайте. Внимание! Используйте большую ложку. Разовую ложку. Все, я понял. Набора. Так, вот стакан, вот полимер. Выливай его весь. А тетя? Весь полимер. Да, весь сюда. Только аккуратно. Давай, вот да. Этот? Да, а ты пока выбери цвет. Тёма, аккуратно, ничего вот не облизывай. Этот? Смотри, есть два цвета, я тебе показываю. Папа, можно лизуна сделать красного, вот такого, можно желтого, какого вот хочешь. Какого? Вот это, вот это. Желтого или красного? Желтого. Ладно. Давай открою. Вот так вот. Раз. Давай, вот все, открывай дальше. Открывай дальше. Пока ничего не делать. Сейчас. Все, открыл. Аккуратненько. Она липкая. Потом руки помоешь. Ну, конечно, это же лизун. Так, давай, я держу, вот ты выливай сюда. А вот. Что буду делать? А ты сейчас краситель выливать будешь добавлять. А что я буду делать? Краситель добавлять. Капель. Я буду добавлять. Давай, только не разливать. Я буду добавлять. Ты будешь добавлять, дай мне. Все, вот так. Вот так, вот так. Иди, выбрасывай. И крышку. Вот подожди, это? Ничего не мешай. Глицерин надо добавить 20 капель. Вот это. Это сейчас ты добавишь. Подожди. А ты... может не добавлю? Добавишь, добавишь. Иллюзия. Открывай. Потом я то буду делать. Потом ты будешь играться лизуном. Ладно? Вместе со мной. Мы сейчас сделаем его с Тёмой. А я сейчас. Давай я сделаю. Я не привыкла. Так, теперь надо отсчитать 20 капель вот и сюда закапывать. Закапывай 20 капель. Вот сюда. Капай. Нет, вот так держи и нажимай. Один. Не капает? Не капает. Вот капает. Капелька пошла. Один. Считайте. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. А Давидик еще не считает. Пятнадцать. Шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 20. Все. Теперь Давидик берет ложку. И размешает. И мешает. Вот так, вот так. Вот. Уже похоже на лизуна. Мешай, мешай. А, подожди, краситель мы еще. Давайте, оставляй ложку здесь пока. Не мешай, оставь здесь, Ась, да? Бери какой краситель, выбирай. Вот это. Желтый? Да. Открывай. Там сказано было две капельки. Тёмка, на, открывай. Две капельки. Ты будешь добавлять? Давай. Да. Ты открыл, Тём? Ты же не открыл. А что тут открывать? Тём, открывай крышку, ты чего? Вот эту крышку закрывай. Телега. Телега. Дай, Тёмка, дай. Ой, видишь, накапал, потому что уже давил. Так, иди руки мой. Так, давай, Давидик, нажимай. Вот, нажимай. Две капельки, давай. Нажимай. Раз, два. Ну, давай три. Вот, все, хватит, говорю. Очень много надавил. Ты чего, жук? Перемешать? Мешай. Смотри-ка. Ох, смотри-ка, лизун получается. Еще мешай. Еще. Не переворачивай только, мешай. Не получился. Еще не получился, мешай. Еще только смесь. Еще не полностью мы сделали. У нас же сейчас будет еще одно перевоплощение. Сейчас мы кое-что еще сделаем. Делаю? Да. Я делаю. Перемешал? Тём, ты где? Я уже сделал. Все, оставляй ложку здесь. Не поднимай ложечку. Вот сейчас мы... Следующее действие. Давай прочитаем, что там будет. Так, а ну. Читай, что здесь надо. Вот это! Да. Это красный. Нет, красный не надо. Нет, теперь мы вот эту смесь добавляем. Сюда? Да. Папа.
Давидик, ну, вот это... Сюда, я хочу. Выливайте. Ну, выливай. Сюда, Тёма, аккуратно. А Давидик будет мешать. И посмотрим, что получится. Давидик, а ну мешай. Папа, что это у тебя? Ну, покрасилась. Я не мешал. Мешаем. Аккуратненько. Не быстро. Медленно и ложку в самую низ. Дай Тёме, он тоже помешает. Во, превращается в лизуна. Держи, значит, мешать. Давай, мешай. Аккуратненько. Ой, как старается. По-моему, превращается в лизуна. О, дай посмотрю. Вот это лизун. Подожди, еще рано трогай. Мешай. Ну что ты там? А ну дай я попробую. Вот так вот. В самом низу. Подожди. Что? Нам такую там дали возможность. Вы можете добавить в полимерный раствор. Еще мешать надо. Блестки. Блестки нам не нужны там. А также пищевые. Круто. То есть можно сделать его разноцветным. Можно было, но мы и так его желтым сделали, красивым. Ну да, он будет золотой. Тёмка, дай Тёме теперь помешать, Давидик. Да, Вот такой. Крутой, да? Очень липким. Крутой получился, да? А нам вот этим. Не, уже добавлять не надо, он уже желтый, так. Это мы следующих лизунов, когда будем делать, тоже добавим, да? Да. А мы что можем добавить? Тёма, а у нас есть перчатки? Надо одеть перчатки и в руках его помять. Почитай, что нужно делать, читай. Вот. Читай. Наденьте защитные перчатки. Угу. Смочите их в воде. В воде. Достаньте. Лизуна. Полученную массу из стаканчика. Ничего себе, у меня получилось! Ничего себе, круто, у тебя получилось! Вот это круто! Разомните. Видишь, лизун какой вылазит? Течение. Во, какой лизун у нас получился. 5-7 минут. Что-то вы плохо размешали, друзья, дай мне. Дай. Как? Вы красиво делаете, Давидик, тихонечко. У вас очень красиво получилось, только еще вот жидкости здесь чуть-чуть есть. Да, дай ка мне. Сейчас, стой. Сейчас, я хочу полностью размешать, чтобы все получилось. О, все. Теперь нужно... Только мы желтого сделали. Покажи, какой получился. Во, какой классный, да, лизун? Можно глазки делать и ротик. А ну, брось, он прилипает к полу. На пол, брось, он прилипает. Лизуна, не будешь бросать? Нет, он... Да нет. Нравится тебе, лизунчик? Да. Ну, еще одного, но это надо целый набор. Вот это. Так, знаешь, чтобы сделать еще одного, нужно в эту коробочку посбрасывать все, что мы использовали. Выбрасываем. В эту коробочку. Весь мусор складывай. Это пакетик. Да, это уже все не нужно. Аккуратненько. Так, раз, два. И потом еще пойти руки помыть. Ладно, давай еще. Ладно. Сейчас сделаем еще одного. Классно. Дай, Давидик, ну Тёме, дай потрогать. Лизуна, не жадничай. Тёме приходится забирать у тебя. Дай, чуть. Все. Два лизуна получилось. На. И кусочки собирай. Во. И вот тот кусочек бери. Ничего вот, страшного, там... зато у тебя два лизуна теперь. Ой, у каждого свой лизун. Покажи. Во. Во, какой лизун прикольный, да, получился? Красивый, ты сам цвет выбирал, желтый, да? Да, я выбрал бы красный. Так, но перед тем, как кушать, после лизуна мы идем мыть руки очень хорошенько. Что это? Что это? Огурчик какой-то из лизуна. Нет, получился. Нет. А, это вот такой? Да. Покажи. Очень похож, как похож. Да. Так, ладно. Я тебе этого не дам. Не дашь этого? Это твой, да? Ну ладно.